Друзья, всем привет! Выбрался на рыбалку. Сегодня, значит, буду рыбачить на спиннинг, да? У нас оттепель, чему я очень рад. Сейчас аж плюс 8 градусов. На улице льет дождь. В общем-то, погода самая, что есть, замечательная для рыбалки. До этого выезжал аж два раза на рыбалку, но поймал в один раз там поймал две щучки. Другой раз поймал щучку и случайно зацепил такого хорошего подлещика, наверное, грамм на 700, на 600. В общем-то, сейчас поделюсь с вами этими маленькими отрезками. Друзья, то ли, не пойму, то ли зацеп, то ли рыба. Нет, рыба, прикиньте. Да, это рыба. Ё-моё, что-то поймал небольшое. Вроде бы как. Ну, наконец-то обрыбился. Еще не обрыбился, но... Сейчас обрыблюсь. Маленький злой щук попался, что ли? Да, он самый. Уговорил. Это ж сколько времени-то прошло. Сейчас посмотрим. Здесь я с 9 утра. А сейчас 1:30. Короче, 4,5 часа, чтобы поймать такого вредного маленького. А, ё-моё, ну ладно, хоть что-то уже радует. Причем клюнул-то без удара, просто догнал на скорости. Я поэтому и не понял, думал, что какую-нибудь ветку тащу, знаете, сопротивление-то небольшое. А тут вот такой вот зубастик оказался. Ладно, спасибо тебе за поклевку. Беги. Ну давай, тут не выделывайся. Вижу я тебя. Вот, все. Пошел. Так, что, поменял приманочку. Ой, блин, чуть сейчас на продольный шпагат не сел. Опа! Друзья, не пойму. Ух ты! Что-то попалось, прикиньте, с первого же заброса на другую приманку. Не могу понять только, что это. Ё-моё! Я случайно забадрил этого подлещика неплохого. Нифига себе. Я думаю, что такое? Так, ну что, дружок, извини, что я тебя зацепил случайно. Такой, знаете, грамм на 600, на 700. Хороший попался. Беги давай, друг. Давай я тебя умою. Вот. Ну, давай, жабры свои раскрывай. Ну. Оп. И воткнулся в этот. Был, воткнулся. Вот, все, пошел, друзья. Оп, поклевочка. Вы представляете, друзья? Сразу поклевочка. Буквально заброс-то был. Что-то есть. Какой-то, наверное, небольшой щук. Так, поддавливает чуть-чуть. Ну как-то это у нас.
Друзья, да это судак. Да нам сразу везет. Да и зачетный судак. Обалдеть. Вот это да, друзья. Зачетный судак сразу попался. Результат. Вот такой, друзья, красавчик. Буквально 5 минут. 3 заброса или 4, тут я не знаю. И вот такой красавец взял. Вот, ну и дальше приятного просмотра, друзья, самой рыбалки. Надеюсь, что она сегодня получится интересной. Да, еще момент, не знаю, как будет получаться снимать, в плане льет дождь, возможно, объектив камеры будет моментально закидывать, потому что дождь, в принципе, неплохо идет, но буду, друзья, максимально стараться, так сказать, чтобы более-менее вам комфортно было посмотреть данную рыбалку. Но сейчас, не теряю время, разбираю, так сказать, спиннинг и погнали. Коряга, наверное. Да, это коряга, друзья. Но надо ее вытащить. Ё-моё. Фу. Подарочков тут нету? Нету. Друзья, поднялся сильный ветер. Сразу такая волна неплохая стала. Может быть, это нам на руку сыграет. Пока тишина. Сменил приманочку. Попробую покидать. Опа! Друзья, это поклевочка была. И это рыба. И это хорошая рыба. Ну как хорошая? Ну вроде неплохая. Не понял только как я... А, ёкарный ж бабай, а! Ох ты! Ну как так-то? Я офигею просто. Удар-то был точный. Я не знаю, записала камера или нет, но удар был. Промахнулась, походу. Так, ну что, сопротивление ты мне подарила замечательное, так как я тебя за хвост зацепил. Спасибо тебе и на этом. Беги, щук. О, все. Только хвостом вильнула. И нету. Нормальное такое бревнышко удалось вытащить, а? Неплохое бревнышко. Ух ты, ё, друзья, нифига себе, что-то есть на цикаду. Так, 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 ух ты, на, тихонечко. Кто там? Ё-моё, блин, пьёт-то. Неужели наконец-то рыба нормальная? Ух ты, ё-моё, тихонечко, тихонечко. Друзья, судак! Обалдеть! Какой судачело! Офигеть просто! Вот это да! Обалдеть! Так, ну что, друзья, есть у меня весы с собой. Давайте взвесим данного товарища. Обалдеть! 1,965 кг. Вы представляете, вот это бандура. 2 килограмма судак. Вот это поимка. Какой итог сегодня? Итог. Отпустил небольшую щучку.
был какой-то также сход небольшой, там что-то в начале, в самом, по-моему. И 2-килограммовый судак. В целом результат, я считаю, шикарный для данной погоды. Два рыбака также видел, у них совсем пусто. То есть, в принципе, у нас с вами, друзья, результат еще неплохой получился. Так что вот так. Не знаю, как дальше погода будет, так сказать, себя вести, да, получится еще выбраться или нет. Возможно, следующая рыбалка уже будет, так сказать, по твердой воде. Будем ставить жерлицы, так сказать, ловить окуней. Ну и там время до леща тоже дойдет. Уже все это в голове прорисовывается. Но сейчас, друзья, вот такая вот рыбалка получилась. Всем огромное спасибо, что были вместе со мной на данной рыбалке. Обязательно скоро увидимся. Всем счастливо, до новых встреч. Пока-пока.